Суд продолжил рассмотрение дела российских военных. Защита российских ГРУшников Ерофеева и Александрова надеется, что с их подзащитных снимут обвинения в теракте. Суд принял во внимание выводы российского судебно-медицинского эксперта. Основываясь на исследованиях украинской судмедэкспертизы, он пришел к выводу, что размер пулевого ранения украинского бойца, погибшего при задержании россиян, меньше калибра пули оружия, с которым были задержаны россияне. Защита показала карты с линии разграничения боев в зоне АТО, установленной Минским соглашением. Адвокаты настаивают, что Ерофеев и Александров находились на неподконтрольной Украине территории. Капитана Ерофеева и сержанта Александрова задержали 16 мая в зоне АТО. После допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек. Он специалист в области медицины, и он четко дает ответы на те вопросы, на которые, к сожалению, эксперт Харьковского областного бюро не смогла дать четкие ответы. Как нам кажется, мы страна защиты. Повреждения пулевые в костях скелета человека имеют четкие границы. Эти границы обусловлены, как правило, в большинстве случаев, калибром снаряда поражающего. То есть, иншими словами... 5.45, иншими словами. Это вам поможет? Какие, что это поможет нам следующее. Дело в том, что одно из обвинений является совершение террористического акта, в результате которого погиб человек.